В Магаданской областной юношеской библиотеке проходит выставка «Книга года». Проводит ее ежегодно. Организация представила около 700 книг различных издательств – «Эксмо», «АСТ», «Самокат» и многие другие. Любители художественной литературы смогут найти в библиотеке книги на любой вкус. Русская и зарубежная классика, детективы, приключения, фантастика и фэнтези. Мы постарались собрать для вас самые яркие новинки 2021 года. Это современные авторы, которые стали лауреатами международных и вообще крупных литературных премий. Наша библиотека в первую очередь юношеская, поэтому наша главная аудитория — это молодежь. И мы, конечно же, стараемся подбирать самые интересные книги, исходя из предпочтений современной молодежи. Однако не только молодежь может погрузиться в книжный мир. Для детей в библиотеке представлены собрания сочинений с красивыми иллюстрациями. Кроме того, есть и более информационная литература. У нас представлены книги всех отраслей знаний. Это право, это психология, философия, религия и многое другое. Приходите к нам, будет интересно, почитаем вместе. Посетить экспозицию можно в областной юношеской библиотеке по адресу Шандора Шимича, 20, до 1 апреля. Выставка работает ежедневно с 12 часов дня.